Сейчас мы с вами до конца здесь убираем. Адель, вырубаем вот эти клина, которые поросли, да? Убираемся здесь. Далее идем вот сюда, на эту сторону. И дальнейший наш путь уже идем к памятнику. Как и положено, перед началом работы инструктаж по технике безопасности. Традиционно с началом весны в школе села Соколки Мамадышского района проводят субботник по уборке территории. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок школьную территорию. Собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву. Общими усилиями за несколько часов школьная территория преобразилась везде чисто и сказочно красиво. И у нас практически вот эти субботники, потому что объявлен двухмесячник по уборке облагороженных территорий, мы практически выходим каждый день. То есть и территория у нас очень огромная, памятник уже убрали, который находится в центре. В Сокольской школе добрая традиция весеннего субботника объединяет всех, кому дорог чистый дом, школа, село. Ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок не только территорию школы, но и села. Особенное внимание к памятникам родного села. И мы стараемся уже ежегодно именно школой этот памятник не забрасывать. То есть, потому что когда я росла, когда была маленькая, мы всегда ходили сюда, говорила уже, да, садили цветы, отметали памятник, красили. Сейчас же как-то это все забыто. Этот памятник остался у нас, получается, от центра в стороне. Но мы, тем не менее, пусть наш коллектив небольшой, мы ежегодно сюда приходим. Очень часто выходим на субботники. Здесь мы клен убирали, колючие проволоки. Вообще много чего здесь убирали. Много проделанной работы. Стараемся работать на совесть. И как можно чаще. Ребята подмели площадки, сгребли прошлогоднюю траву и листву, собрали ветки, камни и мусор вокруг школы. Совместными усилиями за пару часов территория преобразилась, посвежела. Летом мы не приходим, в основном вот так весной, осенью, когда листопад есть очень много. После снега убираемся. Как говорят сами школьники, приятно, когда вокруг чисто и уютно. А еще приятнее осознавать, что ты причастен к этой чистоте. Ланыш Бабанязова, Гулина Гильмулина, Ильза Нургалеева. Новости Татарстана.